В аэропорту, как на трибунах Каира, эмоции переполняют. Возле зала прилета ожидают бронзовых призеров лицензионного этапа Кубка мира по стендовой стрельбе. Борьба за звание лучших среди девушек была непростой. Две недели 17 спортсменов национальной сборной Казахстана отвоевывали медали. Результат хороший, тем более начало года. И две медали – это показывает хорошую подготовку наших сборной команды. Мы уже по стендовой стрельбе одну лицензию уже завоевали в 2019 году. Потом по пулевой тоже одну лицензию. Надеемся, сейчас по рейтингу мы тоже завоюем. Страна еще квоту завоюем, думаю. Две бронзовые медали в копилку страны принесли женские сборные. В упражнении скит с результатом 476 очков третье место заняли Асем Оренбай, Ольга Панарина и Рената Насырова. Мы к этому шли, мы готовились, у нас были определенные планы. Конечно, не получилось воплотить все в жизнь, но мы довольны подобным результатом. Соперников, в принципе, было достаточно сильных, но общими усилиями и благодаря нашим девочкам, нашей команде, мы завоевали бронзу. Мы сейчас готовимся, работаем, чтобы не совершить предыдущих ошибок и показать уже результат намного лучше, чем есть сейчас. Бронзу в Египте казахстанки взяли и в упражнении трап. 395 очков заработали Мария Дмитриенко, Сарсенкуль Рызбекова и Айжан Досмагамбетова. Эмоции только позитивные, потому что есть заслуженно заработанная медаль. Все очень рады, все очень счастливы. Правда, очень сильно устали. Ну, а так, все, слава богу. Это на самом деле долгожданные поездки, потому что для спортсмена этот режим, эта работа, это очень важно. Готовились. Ждали, когда во всем мире все это на самом деле прекратится и закончится, и снова в бой, снова в путь. Мы боролись с девушками из Египта, была очень сильнейшая команда, но мы отстояли свое. В будущем, конечно же, планы наращивать этот результат, сейчас начало сезона, дальше больше. Теперь стрелков ждет очередной этап Кубка мира. Он пройдет 18 марта в Индии. Анастасия Новикова, Ирлан Бексаидов, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Утрар».